Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу Ізраїльського культурного центру у Дніпрі. У нас в гостях керівник цієї установи Марк Довев. Марк Довев – керівник Ізраїльського культурного центру у Дніпрі. Освіта – Єрусалимський університет та академічний центр РУПІН. Працював в офіційних дипломатичних місіях у Середній Азії та на Південному Кавказі. Перший секретар посольства держави Ізраїль в Україні. Одружений, виховує 5 дітей. Марк, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання стосовно Ізраїльського культурного центру. От взагалі, що це за така установа, які основні напрямки діяльності? Здравствуйте, Андрій. Во-первых, благодарю вас за приглашение на вашу передачу. Ізраїльський культурний центр діє в місті Дніпрі і ще в 3 містах України уже около 29 лет. В этом году 29 лет, в следующем году будем отмечать свое 30-летие. 30 лет назад были установлены дипломатические отношения между нашими странами. Был в течение этого времени подписан договор о культурных центрах, в рамках которых были открыты наши израильские культурные центры. Мы представляем в Украине израильскую культуру, мы представляем в Украине израильский народ, мы представляем также официально организацию, которая называется «Натив», которая с 1951 года действует в рамках Министерства премьер-министра Израиля. И его цель – это связь с евреями Восточной Европы. Когда рухнул железный занавес, и можно было эту связь сделать открыто и не скрываясь, были созданы сети израильских культурных центров, в рамках которых мы приносим культуру и традиции Израиля всем желающим. Не только людям, имеющим еврейские корни, но и всем гражданам України. Так, я про це хотів уточнити. Тобто не лише євреї, да, українці, росіяни, будь-хто може звернутися. І в якому контексті ця робота буде відбуватися? Це вивчення мови євриту, це що? Звісно ж, центральним нашим видом діяльності є вивчення язика євріт. Ми цим займаємося з моменту створення і будемо займатися далі, тому що для нас наш язик, він дуже важливий. Язик – це не тільки средство спілкування, це і символ. С одной стороны, это символ государственности, символ независимости. Но кроме идеологии, это также очень практичная вещь. Сегодня очень много граждан Украины имеют или партнерские, или дружеские, или родственные отношения с Израилем. Им хочется говорить со своими. Есть бабушки, абсолютно русские бабушки, у которых растут внуки в Израиле. А внуки эти в Израиле, мягко говоря, не совсем говорят по-русски, а это даже на грузинский уже не очень похоже. Они, да, более не русскоговорящие, а русскопонимающие больше. Эти бабушки хотят говорить со своими внуками, они приходят учить к нам. Есть девушки, у которых есть друзья в Израиле, и они, может быть, даже видят какую-то некую романтическую подоплеку дальнейшего. Они тоже приходят учить иврит к нам. Конечно же, есть люди, которые видят свою профессиональную или жизнь дальнейшего в Израиле, люди с еврейскими корнями, попадающие под так называемый закон о возвращении Израиля. Они тоже, некоторые из них, учат иврит как часть подготовки к переезду, к эмиграции в Израиль, но не только. Есть те, кто хотят, евреи, которые хотят изучать Тору на языке оригинала, потому что Тора написана на иврите, они учат это. У нас даже приходят, порой не раз были случаи, когда православные приходили, священнослужители, учить иврит, чтобы читать Библию в оригинале, в оригинале она написана на иврите. Да, переводы это более поздние переводы. Поэтому все эти моменты, люди приходят к нам, изучают иврит, это одно из наших основных направлений. Но не только. Израильский культурный центр предлагает молодежи, молодежный клуб детям с 12 до 18 лет, в котором они могут и весело, и с пользой провести время, неформальное образование, а также развить и проявить свои лидерские качества, потому что часть из них становится потом инструкторами, мадрихами, и также могут дальше воспитывать следующее поколение воспитателей молодых. Мы также предлагаем возможности участия в лекциях, в семинарах по различным темам. Семейные семинары, бизнес-семинары, семинары, связанные с культурой. Конечно же, огромный пласт культуры. В рамках этого пласта совсем недавно мы открыли мурал
вместе с посольством Израиля мурал, который посвящен израильской поэтессе Зельде Мешковской Шнерсон, который открыт на улице Баррикадная, 8, одна из самых еврейских и сионистских улиц, которые есть вообще в городе, и в котором зарождалось очень много из того, что потом переехало жить к нам в Израиль. Ну, у нас на Цабеля Минора. Миноре от скоро 10 років буде, да, найбільший, да, культурний центр у світі. Це вірно чи в Європі все ж таки? Це абсолютно вірно. Він як культурний центр, він найбільший в Європі, в світі, тому що нет більше. Є общини більше, багатші, там, не знаю, Нью-Йорк, да, как бы они разбросаны, там, конечно же, евреев, ну, 1,5 миллиона как минимум, да, в Нью-Йорке или в штате Нью-Джерси. Но вот такого одного места, где все будет находиться, где все будет в таком, в очень, понимаете, у местного руководителя общины Рава Каменецкого есть очень интересное правило. Он говорит, что все еврейское должно быть хорошим. Почему? Потому что люди должны смотреть и говорить, не вот эти евреи, посмотрите это, а люди должны говорить и говорить, вот смотрите, а давайте мы чему-то этому поучимся, да? Ведь не зря говорят, что цель еврейского народа очень часто – это нести свет другим народам. Нести свет не с позиции, что мы кого-то лучше или кого-то хуже. Мы не лучше и не хуже. Мы и не другие, мы такие же. Только у нас цель. А цель – это показать порой своим поведением, своей деятельностью. Религиозные скажут, что этим показать нужно, что есть власть Всевышнего над всеми нами. Да? Нерелигиозные скажут, что нужно показать, как правильно жить. У каждого свое мнение по этому поводу. Ну, с хорошей культурой, какие тысячи років, как и религийно, так и інша, как и світська. Дуже цікаво, я думаю, тем, кто захочет ее вивчити, до неї долучитись, зокрема, прийти и до вас. До речі, от ви згадали про конкретну подію, про відкриття мурала. Відомі ізраїльські письменниці, що народилась у нас тут у Дніпрі, тоді місто Катеринослав, Слава називався, на ній був присутній в тому числі і посол тодішній держави Ізраїль. Дуже приємно, що потім у цю студію він прийшов. От що це була за подія така? Ідея возникла... Так, і до речі, ідея, наскільки я знаю, саме ваша була, тобто вашого культурного центру. Здесь, в Дніпрі, да. Первое мероприятие посвящено... Есть некий общий проект, который посвящен 30-летию наших установлений дипломатических отношений между нашими странами. И в рамках этого проекта проводится много культурных мероприятий, в том числе некое такое вот представление более глубокой израильской культуры перед местным населением. Думали, сидели в посольстве, как это сделать правильно, тогда решили, а почему бы не взять нам местных художников, местных людей Академии, и попытаться с ними вместе создать что-то культурное, что будет объединять и наше видение ситуации, и их видение ситуации. А их видение ситуации – это видение ситуации широких масс населения здесь, в Украине. И потому что, еще раз, культура – это разговор на понятном языке. Даже когда оно что-то другое, но если ты придешь, да, человек там, не знаю, у тебя интересна, замечательная китайская культура, но если ты придешь и объяснять на китайском языке в Украине – вряд ли это кто-то поймет. Ну, если уж явно не масса. Поэтому говорить нужно на понятном языке, языке символов, на языке, в том числе и вот украинском, русском, и русских языках, люди, которые понимают, и приносить символы, которые понятные тоже. Да, конечно, нам было бы очень интересно рассказать о великих поэтах еврейских, которые пришли с Востока, со стран Северной Африки, все. Я не уверен, что в Украине это найдет широкий отклик. А вот прийти и сказать, смотрите, жила-была, не просто где-то жила-была, а здесь жила-была обычная еврейская девочка. Да, как бы, и эта еврейская девочка здесь выросла, впитала невероятную щедрость украинской земли и к талантам, и эти таланты она именно здесь впитала в себя. Которая была очень близкой родственницей одного из величайших раввинов нашего столетия. Это раввина Менахема Менделя Шнерсона, тот самый Ребе, Любавический Ребе, который является духовным лидером местной и очень многих еврейских общин бывшего Советского Союза и не только, по всему миру. Она была его двоюродной сестрой. И вот она отсюда выехала, приехала в Израиль и состоялась там как преподаватель, как поэт, как человек, как один из духовных символов нашей страны. И вот это, нам кажется, людям будет ближе. Она не единственная, кто вышла с Екатеринославы. Мы собираемся и дальше говорить. Есть десятки имен, людей, которые родились здесь, а сегодня их имена носят улицы во всех наших крупных и мелких городах Израиля, потому что они очень много сделали для Израиля. И нам кажется, что, вернув память об этих людях сюда, в их родные города, в их родную страну, мы этим самым укрепим
наших взаємоотношень між нашими современними странами сьогодні. Так, ну при Радянському Союзі це досить важко було, все-таки політика відповідна. Невозможно. Угу. Просто було невозможно. Люди, які хотіли вчити іврит, сажали в тюрму. Или в сумасшедший дом, на вибір, да, как бы это вот. Или что тоже было пропаганда сіонізму чи щось таке, да, вот воно називалось. Ну, это началось ещё с того, что да, если мы пойдём исторически ещё в 30-х годах, когда началось уничтожаться любое национальное самосознание. Кстати, произошло не только с еврейским народом, это произошло с украинским народом, и с белорусским народом, и с грузинским народом, и с азербайджанским. Все страны, которые населяли страны Советского Союза, Советский Союз стал некой такой большой тюрьмой для всех народов, которые населяли, в том числе духовной. Слава Богу, мы вышли из этой тюрьмы. И теперь время продвигать, строить свои нации, строить свои культуры, восстанавливать свои культуры. А главное, и вот то, чем мы здесь занимаемся, наводить мосты между нашими культурами. В рамках этой деятельности, например, мы предлагаем многим людям с Украины поучаствовать в программах в Израиле. Часть программы обусловлены наличием права на репатриацию. А можно еще докладнейше про них, про эти программы? Часть программы, они обусловлены наличием еврейских корней. То есть, ну, еврейских корней достаточно, не знаю, дедушки или бабушки, что были, чтобы участвовать в программах. Ну, скажем так честно, мы находимся с вами в центре юга Украины. В центре юга Украины только неуважающий себя человек не имеет какого-то еврейского дедушку в шкафу. Да? Как бы, то есть, это, здесь так это было принято. Ну, опять же, да, как бы это, мы живем в городе. Але где... все-таки, можливо, вот, це не с позитивом також пов'язано. Все-таки політика Російської імперії стосовно євреїв також не найкраща була. Але, тим не менше, от, маємо таку ситуацію. Да, да, і політика, і Російська імперія сначала притесняла, потом Советский Союз тоже. Сначала в Советском Союзе было модно интернациональные браки, потом евреям стало быть опасно или, скажем так, крайне неуютно. И если люди хотели развиваться и строить карьеру, им приходилось прятать свои еврейские корни и так далее. К сожалению, часть из них их так запрятали, что сегодня не могут обратно найти. Да, как бы, хотя очень хочется. Но ситуация остается в этом. Поэтому как бы, вот программы, которые мы предлагаем, особенно для молодежи, есть и академические программы, и профессиональные программы. От 4 до 8 месяцев человек приезжает или учит что-то, или стажируется где-то, или получает какую-то новую профессию, возвращается сюда и дальше решает, что он делает со своей жизнью, или полученные знания и весь свой багаж он берет с собой в Израиль, в новую страну, или остается в Украине, или едет еще куда-то. И очень многие ребята, тысячи, десятки тысяч ребят с Украины за время существования этих программ, они называются одним словом МАСА, поучаствовали в этих программах, и многие из них живут в Израиле, а многие из них продолжают жить здесь, в Украине. Часть из них сотрудники нашего израильского культурного центра, например. Есть также программы, которые позволяют у посольства, в том числе и у нас, программы, которые позволяют людям без еврейских корней по разным профессиям. Есть целый, в посольстве целый отдел, который занимается тоже межкультурными, научными и профессиональными связями. Там тоже есть различные программы, позволяющие людям приехать в Израиль. Есть сегодня возможность для молодых ученых, которые хотят делать PhD, или постдоктора. Доктор философии. Да, или постдоктора. То есть те, кто уже получили звание доктора философии и хотят делать постдоктора, это очень принято в научном мире, сделать его в одном из ведущих вузов Израиля. Но это, конечно, нужно обладать очень... Этот вуз, так как за все платит, а стоит это очень дорого, он, конечно, выбирает себе самых лучших, кого он его хочет. Его право. Что... Абсолютное право. Кто ее обедает, тот ее и танцует. Да? Как бы, то есть в этом смысле, поэтому они действительно выбирают самых лучших и зовут к себе на учебу. То есть возможности, не говоря о том, что, в общем-то, хотя вот последние полтора года мир немного сошел с ума, но когда он, когда он вернется в свое нормальное состояние, Израиль рядом. Знаете, у меня, я в предыдущей каденции в Украине работал в Одессе, возглавлял наш израильский культурный центр в Одессе. И там был в очень дружеских отношениях с мэром Одессы того периода, Эдуардом Гуровицем, Эдуардом Иосифовичем Гуровицем. И как-то на одной встрече я ему предложил: Эдуард Иосифович, давайте объявим Одессу самым северным городом Израиля. На что мне тут же дал встречное предложение. Он говорит: Марк, несмотря на то, что я еврей, но все-таки патриот Украины, давайте договоримся, что Израиль будет южной провинцией Одессы. Да, то есть мы с ним так и не договорились в итоге, но как минимум контакт пошел, понимаете? Сама тема уже поднялась, и можно развивать. Поэтому Израиль рядом, Израиль доступен. Дорогая страна, надо заметить. Но, тем не менее, интересная страна. Страна, в которой вас поймут и ментально, и языковым. Более миллиона взрослых израильтян говорят на русском практически как на родном языке. 300 тысяч из них уроженцы Украины.
Да, это в современном, мы говорим о современном Израиле. Это, эту страну вообще, собственно говоря, нашу страну, Израиль, создавали выходцы из Российской империи. А так как они были евреи, соответственно, жили по большей части в так называемой, за так называемой зеленой чертой, да, в черте оседлости, да, то в основном это была Украина, Белоруссия. Да, то есть как бы большая часть наших основателей нашей страны, для них родным языком был идиш и русский или український. Да, так, говорить. Ну євреї довелося фактично реанімувати, так, повертати. Це була забута мова до певного часу, до середини іврит. 20-го століття. Так. Іврит, да, говорили на ідиші. Да. Да. Я вам скажу, более того, іврит, в общем-то, даже когда существовало еврейское государство 2000 лет назад, он никогда не был разговорным языком, он был святым языком. Поэтому мало того, что нам надо было его вспомнить, нам надо было его превратить в язык, на котором можно купить трамвайный билет. І це теж непросто. Це вдалося за дуже такий короткий час, що дивно насправді. Да. Да? От такої, я не знаю, світова практика така є чи немає, але да. От це, нет, це... практики от, восстановления, казалось бы, мертвого языка и даже превращение его в язык, в живой язык, разговорный язык страны, такой практики в мире нет. Угу. Марк, хотів спитати вас стосовно репатріації, тобто повернення євреїв на землю Ізраїля. От, скажімо, євреїв з Дніпра, от, які хочуть повернутися, що для цього потрібно, окрім того, що він євреєм, це гроші, це що, це родичі в Ізраїлі. От як це відбувається? Ви багато років займалися цим питанням. Смотрите, как бы, хотя это, конечно, не является основной темой нашей деятельности и нашего разговора сегодня, но бесспорно я могу ответить на этот вопрос. В Израиле есть один иммиграционный закон. Это закон о возвращении. У нас нет объединения семей, у нас нет программ по иммиграции, не знаю, как в Канаде, в Соединенных Штатах, в Австралии и так далее. Наш закон о иммиграции, закон о возвращении, говорит очень простую вещь. Человек, которого мать еврейка, отец еврей или дед еврей, имеют право, и члены их семей имеют право на репатриацию. Они и члены их семей. Вот так вот это говорит закон о возвращении. У него есть несколько ограничений. Как подтверждаются все эти корни? Очень просто. В Советском Союзе все было очень четко. Особенно все любили документировать национальность. А национальность первая. Любили все документировать, все документально есть. Все архивы сохранены, особенно после Второй мировой войны. Часть архивов до Второй мировой войны сгорели, но часть, очень немаленькая часть, сохранилась. Поэтому, в общем-то, человек, да, как бы человек, который задумывается ехать в Израиль, я бы ему посоветовал начать с мысли, во-первых, понять, кто в семье еврей. Да, потом понять, или можно к нему простроить цепочку документальную. А потом подумать, нужно ли ему ехать в Израиль. Да, эмиграция – это в любом случае всегда стресс. Это всегда кризисная ситуация, и нужно быть к этому морально готовым. Да, как бы не нужно начальных капиталов, не нужно вызова от родственника. Человек, который попадает под критерий закона о возвращении, может обратиться либо в посольство Израиля в Киеве, либо в один из израильских культурных центров, а их у нас 4, Киев, Днепр, Одесса, Харьков, и ему помогут с процессом прохождения консульской проверки и получения иммиграционной визы. А вот загалом, если говорить за терминологию, вот кінцева мета репатриации, яка вона є? Окей, вообще в принципе, да? Так, такие светоглядные питания. Да, я как бы, смотрите, в принципе, у иудаизма, как у религии, у иудаизма и у других мировых религий есть одна цель в итоге, это приход Мессии, спасение всех, изменение мира. Иудаизм тоже это так видит. Государство Израиль современное, когда возникло как государство-пристанище для еврейского народа, как фактически это после того, как еврейский народ был уничтожен, треть еврейского народа европейского была уничтожена в Европе во времена Второй мировой войны, в огне Холокоста, и возникло государство Израиль, оно видело себя как государство-прибежище для всех евреев. Мы, люди, которые верят в идею сионизма, сионизм — это возвращение в Сион, да, как бы не более, не меньше, может, это как звучит, да, мне как, иногда как говорю о сионизме с кем-то, с местными, моими друзьями, бывшими одноклассниками, они говорят, это звучит как Хогвартс примерно, да, как бы для них, что сионизм, что там, да, как бы, как школа, это для них звучит примерно одинаково. Но идея очень проста. Мы верим в то, что мы, что значит верим, еврейский народ два тысячелетия жил без своей страны. Два тысячелетия. Сотни, вот обо мне, давайте поговорим не обо всем еврейском народе. Давайте. Сотни поколений моих предков. Три раза в день, они были религиозными людьми, все были тогда религиозными, время тогда такое было. Три раза в день поворачивались на восток, в сторону Иерусалима.
и молились о том, чтобы вернуться в Иерусалим. Это не пустые слова для нас. Эта связь для нас, она в нашем ДНК. За столько поколений. Еврейский народ как народ существует более 3,5 тысячелетий. То есть мы точно знаем, что было 3333 года тому назад. Мы получили Тору на горе Синай. Мы точно знаем, когда, в какое время, где и почему. Да, как бы, то есть, поэтому вот за все это время связь с землей Израиля для нас неразрывна. И поэтому сионизм, как идеология, видит конечную цель возвращения всех евреев на свою землю. Но мы, кроме идеологии, мы реалисты. Мы понимаем, что не все евреи хотят вернуться, не все евреи готовы, не все евреи могут вернуться. Поэтому приходим им, к ним, те, кто хотят нас услышать, и говорим следующее: окей, вы решили жить в другой стране, ваше право. Но, пожалуйста, не теряйте с нами связь. Пусть вы будете жить, и ваш центр жизни будет финансовый, экономический, семейный, будет в другой стране. Но духовный, культурный центр вашей жизни – это мы. Потому что мы все с вами вместе 3000 лет шли к созданию нашей страны. И оно сейчас есть. И второго шанса у нас не будет. Мы четко понимаем, что второго шанса создать у нас свою страну не будет. И поэтому вот этот шанс, который мы получили в 1948 году, это не попытка, не черновик, это чистовик. И мы сделаем все как надо. Мы в это верим, мы в этом уверены, і все так і буде. Марк, можливо, не світоглядне питання, але також глобальне. Коли у цій студії був посол, я питав його стосовно проблеми антисемітизму. Він сказав, що стикався в Україні з проявами антисемітизму. От ви зараз працюєте в Дніпрі, можливо, не так довго, але тим не менше. Чи стикались ви з цією проблемою у нашому місті? Об антисемітизмі потрібно говорити на двох рівнях. Государственний і бытовий. Я не знаю, мы об этом не говорили, но я родился и вырос здесь, в Днепре. До 18 лет я здесь жил. Я на сам конец программы хотел про это хорошо, поговорить. Видите, это извините, просто... что я испортил Нет, сюрприз. Ничего. Да, как бы, но каждый день который, моего детства я сталкивался с антисемитизмом. Вот в моем детстве. И с государственным, и с бытовым. Что такое государственный? Государственный, когда я хотел поступить здесь, я отличник, победитель Олимпиад, хотел поступить здесь в один из вузов в 92-м году. Mm-hmm. Не будем говорить про 60-е, 50-е. Меня туда не приняли. Хотя до этого я победил на математической Олимпиаде. Mm-hmm. А меня срезали на математике. Можно это, конечно, назвать, что я просто какой-то там неудачник. Но жизнь доказала, что я не такой уж большой неудачник. Я не в претензии к этому университету. Благодаря им закончил Иерусалимский университет. Mm-hmm. Да, потому что пришлось, да, ехать, поэтому совсем не в претензиях. Но факт, это государственный антисемитизм, не принимать на работу, не это. Сегодня... Тобто це стосувалось проблеми з документами, тобто не став ніякого конкретного викладача особисто до вас? Нет, меня просто не приняли в этот вуз, и все. И мне даже не дали возможность дойти до преподавателя. Можем его назвать, это уже история? Нет, это уже история, это уже история. Это был 1992 год, ну, да, это было очень давно. Перший рік незалежності, фактично. Да, это было очень давно. И это была советская отрыжка, тут даже ну, без вариантов, так, да, буду как, просто без вариантов. Но я это привел как пример государственного антисемитизма. Сегодня в Украине государственного антисемитизма нет. Когда президента вашей страны Зеленского обвинили в том, что в Украине процветает антисемитизм, он сказал: ребят, вы что, я еврей, я президент еврея, я этого не скрываю, что я еврей. Какой антисемитизм? О чем вы говорите? Поэтому государственного антисемитизма сегодня в Украине нет. Угу. Бытовой антисемитизм, знаете, в чем разница между есть бытовой антисемитизм и нет бытового антисемитизма? Это алкоголик дядя Петя, вставший не с той ноги утром. Вот пошел, вот встал он не с той ноги, что-то у него в жизни задалось. Кто виноваты? Евреи. Не важно, что последний еврей уехал Если в 93-м нет году воды, с его известная, дом. Да, однозначно. Да. Не важно, что последнего еврея он видел в 1995 году, когда тут уезжал в Израиль. Да, как бы, может, он даже живет в его квартире с тех пор. Это не имеет никакого значения. Но виноваты, конечно же, евреи. Пошел, нашел какого-то похожего на еврея. Может, он в итоге оказался и армянином. Но это вторая ситуация. Набил ему физиономию. Вот, пожалуйста, антисемитизм. Такой антисемитизм, конечно, есть, был и будет. Потому что невозможно контролировать всех людей. Общая атмосфера в стране сегодня украинская, в Украине, она не антисемитская. Она очень толерантная. И меня это очень радует, я должен заметить, потому что я жил и работал в других странах, где было и по-другому. И то, что в Украине сегодня очень толерантное отношение и понимание
в том числе, я говорил недавно о нас, израильтянах, понимая то, что второго шанса у нас не будет построить свою страну, мне кажется, и у вас в стране украинцы начинают понимать, что второго шанса на независимость не будет, и стоит использовать тот шанс, который получен уже 30 лет назад. Ну так, тем більше у зв'язку з тими подіями, що ми пережили в 14-15 роках і досі продовжуємо переживати. Марк, у нас буквально 3 хвилини лишається, а у мене ще два питання. От ми почали говорити про культурний центр. Ми говорили про якісь події, які відбулись, про загальну роботу. А планується от найближчим часом якісь події проводити у нашому місті культурний центр? Мы, как вы понимаете, мы действуем не только фестивалем, то, что называется мероприятие. Мы работаем все время, мы продолжаем обучать ивриту, мы продолжаем сотрудничать с университетами, мы продолжаем работать с еврейской общиной очень плотно, мы создаем различные проекты. У нас есть еще идея, как дальше развивать тему великих израильтян, екатеринославцев или днепропетровцев. У нас есть идея, как эту тему дальше развивать. Мы продолжаем поиск людей, которые заинтересованы в поездке в Израиль и участии в наших программах. То есть фактически мы заинтересованы во всем этом и будем делать. Нас очень смущает ситуация с короной, которая происходит, которая во всем мире, которая, к сожалению, вернулась сейчас к нам опять. Мы думали уже, что мы ее победили в Израиле. Нет. И очень непросто. Израиль на сегодняшний день практически закрыт для въезда иностранцев. И это очень сильно затрудняет нашу жизнь и нашу работу здесь. Ну, ми віримо, що це теж пройде. Марк, на сам кінець про вас, як і обіцяв. Так, ви народилися у 75-му році у Дніпрі, тоді Дніпропетровську. Жили тут до 92-го чи 93-го? До 93-го року. От зараз ви повернулись. За ці майже 30 років. Наскільки змінилось місто і взагалі, як ви тут себе почуваєте, відчуваєте? Скажімо так. Знаєте, коли сюди приїхав, вдруг зрозумів, що я взагалі не відчуваю це містом свого дитинства. Во-первых, з єврейської точки зору тут змінилось все. Когда я отсюда уезжал, это был город, где не было ничего, но было много евреев. Сегодня евреев гораздо меньше, но зато с еврейской точки зрения это город, который дает сегодня огромное количество возможностей. Это для меня, как для еврея, для религиозного еврея, для израильтянина очень, очень важно в том числе. Центр города абсолютно изменился. Он становится практически неузнаваем, он становится очень абсолютно западным. Но зато, знаете, когда я поехал на свою родную Чечеловку, ее там посмотреть, все, там мало что изменилось. Там называется «узнаю». Да, как бы этот. Но я уверен, что очень скоро власти вашого міста дійдуть і туди, і коли я приїду на Чечеловку через 10 років, ми точно її не узнаємо. Міст, він якби моєго дитинства, але, чесно говоря, відчуття, яке я зараз відчуваю, повернувшись в нього офіційним представителем держави Ізраїль, вони зовсім інші. Я інший чоловік, місце інше. Навіть однокласники, з якими я зустрічаюсь, ми не завжди узнаємо друг друга. Ну, пройшов час. Марк, я вам дуже дякую за цю розмову. Було дуже приємно вас бачити. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Марк Довев. Ну, все добре.